Что ж, друзья, приветствую вас на замечательном эфире, который посвящен здоровью, здоровью спины, шеи, суставов. Сегодня мы попробуем создать условия, получить какие-то знания и практику. Основная тема, которую мы пытаемся увязать, нехватка или, скажем так, большая загруженность современного человека и невозможность выделить на себя какое-то время. Вот мы эти вопросы сейчас очень хорошо решаем. Во-первых, большей плотностью и эффективностью программ. Ну, скажем так, для того, чтобы поехать куда-то заниматься, нужно там, даже если это рядом студия, час-полтора. Там занятия все час-полтора, хотя жесткой необходимости именно час-полтора заниматься нету. Мы сегодняшний эфир как раз запланировали, в общем-то, сделать таким, чтобы его потом там, может быть, в записи посмотрели участники, которые только-только хотят сделать первые шаги. И, соответственно, сегодня у нас будет теоретическая часть и практика, которую можно практически будет делать любому неподготовленному практику. С того времени, как мы начали делать вот такие публичные какие-то мероприятия, йога-марафоны, йога-квесты, вот, практически с того времени многие начали заниматься. У нас сегодня программа такая, чтобы мы смогли помочь начинающим как-то начать потихонечку, потому что нету необходимости сразу врываться в такую практику. Почему я вот думаю, вот так вот размышляю периодически, почему начинающим так тяжело начать? Потому что предложения, которые поступают, это приехать куда-то, купить абонемент и начать заниматься сразу, вот первое занятие сразу 1,5-2 часа. Да, конечно, 2 часа – это хорошо позаниматься, очень здорово. Ну, особенно если заниматься, да, вот если прямо действительно эти 2 часа не просто провести на коврике, а действительно плотно, интересно, результативно заниматься. Вот, поэтому, конечно же, в студиях, где есть какой-то поток, еще что-то, это предложить не могут, потому что это очень непросто сделать. Вот. Где есть уже сбитая группа, туда тоже нелегко влиться. Вот. Потому что они уже что-то прошли, уже что-то знают, и это может быть существенно и важно. Поэтому мы сейчас вот делаем такие курсы, которые такие, как мостик от совсем не занимающихся до продвинутых. Вот такой вот мостик позволяет прийти и уже... Ну вот там программа, например, которая есть вот большая, месячная, здоровая спина, шея и суставы. Вот это только первая ее часть, это вот 6 разных программ в разных режимах выполнения, в разных вариациях с объяснениями, с теорией, с практикой. И на выходе с этой программы уже, в принципе, нарабатывается такой базис, который позволяет потом практиковать дальше.